Закат в чужую зону. Бросок издали. Оскар Хурамшин. Такие броски он щелкает, как орехи. Мишаков. Наброс на ворота. Мингазов. Забрал шайбу. Покатил вперед Мингазов. Заехал в чужую зону. 3 в 2. Атака. Передача на Овечкина. Овечкин в край. Перевод. И чем похожа эта шайба на вчерашний? А кто смотрел вчерашний поединок? А только на этот раз вместо Никиты Шалина передачу сделал Овечкин. А передача налево, и так я понимаю, что это Хасанов был опять именно он с этой позиции, с этой точки отправляет шайбу в ворота. Хасанов, конечно, очень сильно прибавил за последнее время, и понимаешь, за какие заслуги парень оказался в первом звене. Смотрите, как все здорово сделано, ну, прямо один в один.